Ну чё, сходим на рейд? Базы. God is a gamer. Друзья, всем огромный привет! С вами Харди, и мы продолжаем рейдить базы в Last Day. Маленький, но крутой рейд базы God is a gamer. Одна C4 и 7-8 обычных топоров хватит. Я взял две сишки, чтобы распаковать полностью всю базу. Но достаточно и одной. Тут у нас. Воу, чё тут? Воу, ёлпалы. Ну, чуть-чуть железа, да? Совсем чуть-чуть. Вот здесь прям взрывай, готов был. И будет хорошо. Вызываем парня нашего. И давай его вот сюда поставим, красиво вот так. Он вообще и сам справится, это понятно, да? Давай, пока он убивает, мы с тобой ломаем ящики. В принципе, все, рейд закончился. Че, серьезно? Да, серьезно. Малюсенькая база, но, повторюсь, прикольная. Почему? Вот почему. Оп, блин. Ну да. А если у тебя моды не собраны, они еще и с модификациями. 2,5 огнестрела, это, блин, да, это не в тапки гадить. Это прям нормалды. Маленький рейдик, быстрый, но крутой. Чик? Да? Блин, слушай, это тоже дофига делов. Это тоже нифига не мелочь. Так, давай вот сюда поставим. Я могу, конечно, вообще идти безоружным, да? Я думаю, что я стоять буду в стороне, пока... Мужчина тут за меня отдувается. В принципе, все. Последний чемодан. Чик! Маленький, но крутой. Вот это уже прям нормалды, да? Ничего особенного, но при этом. Вот это, ну вот это точно возьми. Понадобится для развала огнестрел для рейдеров. Ништяк! Слушай, я думаю, достойный рейд. А это нафига? Да просто так, ёб. Мало ли. Не прорисовывается, может, а оно есть, да? Опачки. Ёб, чё, я мало сишек, что ли, взял? А я не знала я. Чё? Блин, серьезно? Да. Я думал, одна комната и все. Ладно. Ёб, удивили. Чё, ставим чоппер стену. А то по шуму уже дофига делов. Пора заправить байк. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Катись, 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 катись. Все, приплыли. Ну, почти. Почти доехал. Вообще, да, прям воткнул в базу байк. Понял, что? Это такой супер скин? Нет, это просто потому, что рядом нету... Ни верстаков, ни шипов, ни черта. Идеальные обстоятельства, чтобы делать чоппер-стену. О, супер. Теперь спокойно можно заливать бенз. Главное не сесть в байк. Ну и давай вот так красиво сделаем. Где будем взрывать, где будем взрывать? Блин, я думаю, прямо вот здесь взрываем. И да, нужна будет еще одна C4. Чё-то я не подумала я. Чё, а тут... Просто тупо куча всяких верстаков, да? А чё, парней нет, что ли? Так, ладно, говно вопрос. Мы еще взорвем, да? Нам не жалко, у нас есть еще сишки. А вот и парни появились. Давай сразу повскрываем станочки. В общем, ты понял, да? Одну комнату взрывай, все остальное ересь. Капец, пустые станки. Вот эти два я даже ломать не буду. Почему? Ну, это же вообще мужчина. Это же идиотизм. Парни! Развлекайся, мужчина. Супер, блин. Обожаю этого парня. Заблудилась потеряшка, толстячок. Готов был, ёб. Так, ну чё, взрываем здесь.
Громилыч сейчас придет у нас, да? Не иначе. Сразу его давай вот... О, ящик! Ящик! Наверное, в нем ничего фантастически ценного, но он есть. Вот же что главное. Ха-ха! Один бинтик, ёпта, ну ты чё, серьезно что ли? Ягоды заберем. Так, ну чё, сваливаем? Готов был. Давай еще раз тебе покажу. Да вот так вот прям, ёп, набираем всякого говна. Ключик давай заберем. Мне кажется, рейд успешный. И да, он, ёп, максимально малюсенький. Привет, говноед. Подведем итог. Провел один рейд, открыл дорогу к следующему рейду. Даже огнестрел поимели, да? 3,5 ресурсики. Есть достаточно редкие алюминиевые пластины, гаечные ключи, грибочки. Ну, пойдет. Друзья, с вами был Харди. Я надеюсь, тебе понравился этот небольшой ролик, этот рейдик. Если понравился, конечно же, оцени лайком. Чуть не надо, ёп, держи подшипники. Да забирай все это говно, мне не надо, я так просто взял. Жесть. Ты еще не со мной? А почему? Уже 2024 год, а ты еще не подписан. Подписывайся на канал на Ютубе, на Рутубе, Яндекс.Зен и ВК. Смотри там, где тебе удобно. Приходи на стримы, которые проходят каждый день на площадках ВК Плей, Трова и Ютуб. И не забывай, конечно же, про Телеграм Печка ТВ, где у нас живое общение, чат 24/7. А еще там регулярные анонсы роликов, стримов, розыгрышей, новости по играм, в которые мы играем. В общем, ничего не пропустишь. Удачных тебе рейдов. Пока-пока.